Париж. Город огней. Город любви. Столица моды. Даже столица мира. В разные времена Парижу давали много имен, каждый из которых придает свой оттенок французской столице. Берега Сены, Монмартр могут многое рассказать о великих писателях. О Дюма, Золя и Викторе Гюго, упоминавших о них в своих сочинениях. О художниках, которые перенесли их на холст. Мы знаем о каждом уголке из французских фильмов. Кажется, что вот-вот мимо вас пройдут Жан Габен, Бельмондо или Ален Делон. Они напоминают о песчаном короле, или человеке в железной маске, или о Наполеоне. Улицы и кафе переплетаются в нашем воображении, а иногда и в реальности, с шансоном Эдит Пиаф и Ива Монтана. Беспрерывно вращается мельница Мулен Руж. В тихом Лувре загадочно улыбается Мона Лиза Леонардо. Влюбленные пары прогуливаются по Понт-Неф. Уличное движение никогда не перестает бурлить вокруг Триумфальной арки. А экскурсионные автобусы возвышаются возле белоснежных ажуров Нотр-Дама и Сакрикера. В кипящей суматохе 9-миллионного города лучше всего пользоваться обширной сетью метро и автобусов, чтобы попасть куда вам нужно. Но многие предпочитают сесть на один из многочисленных туристических кораблей. Сена, которая протекает через весь город, не так широка. Это канал, заключенный в каменные берега, но с него открываются великолепные виды на город. На его берегах высятся известные замки. Здание Министерства иностранных дел, Лежан Даню, в котором также находится музей этой известной награды, Версальская коллекция, которая была перевезена в музей, железнодорожный вокзал, Французская академия и другие здания. Много исторических личностей жило в домах на берегах канала. К примеру, Вольтер, Анатоль Франс, Бодлер, Оскар Уайльд и Рихард Вагнер. Не осталось и следа от крепости Бастилия. Только эта площадь, на которой она находилась с 1370 по 1830 годы, хранит память о ее имени. Жители Парижа разрушили этот ненавистный символ тирании во времена Французской революции. Здесь был заключен герой Дюма, человек в железной маске. Но в Бастилии также содержались граф Калиостро, маркиз де Сад и Вольтер. Наполеон планировал построить гигантский фонтан со слонами на опустевшей площади. Но эти планы так никогда и не осуществились. Вместо этого архитектор Альвуа воздвиг мемориальную колонну высотой 52 метра и 4 метра в диаметре со статуей Духа Свободы наверху. Колонна также служит площадкой обозрения. Если вы преодолеете 240 ступенек, вы будете вознаграждены прекрасным видом на восточную часть города. Виктор Гюго – один из известнейших писателей во Франции. Родился в 1802 году в Безансоне. Ему было 30 лет, когда он переехал на Плас де Воскес 6 напротив статуи Луи XIII и жил там до самой смерти в 1885. Сейчас в 400-летнем здании расположена выставка личных принадлежностей, мебели и рукописей писателя. Прежде всего, имя Гюго известно по двум романам «Собор Парижской Богоматери» и «Отверженные». Мало кто знает, что он стал членом Французской академии как поэт. Часто он рисовал иллюстрации к сборникам своих стихов. Его рисунки и графика выставлены в музее. Пабло Пикассо – известнейшая фигура современной живописи XX века. Он родился осенью 1881 года в Испании. Его отец также был художником, и именно он открыл талант в своем сыне. В 18 лет Пабло переехал с друзьями в Париж и открыл мастерскую на Монмартре. В чем его секрет? Божественный в бедности, вспыльчивый и эксцентричный, мрачно наслаждающийся жизнью, настоящий испанец, мастер выставок и выдающийся человек. Он не мог жить без любви, пишет его биограф. И это было так. Из множества его связей 7 женщин стали его спутницами, его музами. От его связей родилось 4 ребенка. Влюбленности возвещали о новых этапах в его искусстве. Он любил писать портреты и обнаженные тела.
Но на его полотнах часто появлялись бедняки, люди из низов общества, проститутки и попрошайки. Однако его самые известные работы «Голубь» и «Антивоенная Герника» были написаны под воздействием политики. Парижский пантеон расположен на вершине 60-метрового холма Сен-Женавив. Изначально это была церковь, но его функции часто менялись по прихоти властей. Церковь построил Суфло, придворный архитектор, который хотел создать копию римского пантеона. Длина здания 110 метров. Его ширина такая же, как и высота свода – 83 метра. Здесь Фуко провел свой известный эксперимент с маятником. В здании нашли последний приют Вольтер, Дидро, Виктор Гюго и Золя. Над могилой Руссо возвышается факел, который символизирует бесконечную силу его трудов. Многие военные, политики, президенты и президенты республики похоронены здесь, а короли Франции покоятся в базилике Сен-Дени. Если посмотреть поверх коринфских колонн при входе, вы увидите фриз с аллегорическими скульптурами свободы и Родины, высеченный Давидом Дажерсом. На каждой из сторон стоят в ряд статуи деятелей культуры, политики и военных во главе с Наполеоном. Три известных здания выходят фасадом на пантеон. Отель «Деви» или городской совет в пятом районе, юридический факультет университета и знаменитая библиотека Святой Женевьевы с 7 миллионами книг, наибольшей коллекцией в Париже. Могилы Паскаля и Расина – сокровища Агниса Этьен де Мо. Небольшое здание церкви также известно тем, что в его фасаде соединены три архитектурных стиля. Это единственная церковь в Париже, в которой сохранился жубе – балкончик на крыше, куда вела винтовая лестница и откуда раньше доносились проповеди. Самый известный собор во Франции – Нотр-Дам – построен на Ил-де-ля-Сите, маленьком островке посреди Сены. Его размеры впечатляют. Его высота – 65 метров, длина – 130 метров, а внутри могут поместиться 9 тысяч прихожан. Как говорят историки искусств, строение стало переломной точкой в готической архитектуре и было первым из больших классических соборов. За ним последовали Шартр, Амьен, Реймс и Страсбург. На планирование собора Парижской Богоматери повлиял романский стиль. Неудивительно, первый камень был заложен в 1163 году. План церкви нарисовал епископ Сан-Мари в мельчайших подробностях, включая скульптурные группы внутри и снаружи. Однако ни епископ, ни его последователи не смогли завершить начатое. Несмотря на щедрость парижан, они так и не смогли собрать достаточно денег на купола для башен. Поэтому Нотр-Дам все еще не достроен. Но, кажется, это никого не волнует. Строение не поддавалось влиянию времен 4 века, пока начало 18 века не принесло ветер революции. Он уничтожил все, что было неугодно глазам республиканцев. Головы, отбитые у статуй, нашли только в 1977-м, во время реставрации Парижского дома. Именно роман Виктора Гюго привлек внимание к плачевному состоянию собора, лишенного былого величия. Романтическую историю горбуна Квазимода стали пересказывать в пьесах, книжках с картинками, художественных и анимационных фильмах. Главную роль играли Лон Чейни, Чарльз Латтон и Энтони Квин. А роль прекрасной цыганки привлекла много звезд, от Джины Лола Бриджиды до Сальмы Хайек. Когда в 1844 году роман появился на свет, он породил целое движение за спасение собора. Архитектор Виолет Ледюк совершил чудо. Это он создал те части здания, которые сейчас считаются по-настоящему средневековыми. Остатки планов и рисунков изначального и перестроенного собора выставлены в отдельном музее на Ру ди Клокре Нотр-Дам. История церкви была документирована в нескольких книгах. Из всего множества событий, которые происходили здесь, самые запоминающиеся – коронация англичанина Генриха IV в качестве короля Франции, реабилитация Жанны д'Арк, церемонии бракосочетания Марии Стюарт и Маргариты Валуа, а также похороны Чарльза VII и Франциска I. Тем, кто хочет сфотографировать каменную статую Квазимода или фонтан с горгульей, придется подняться по 380 ступенькам. Вторая башня
дом большого колокола Нотр-Дама, который весит 13 тонн. Голос этого гиганта можно услышать только во время важных событий. Три портала входов носят название «Страшный суд», «Портал Девы»,